Тони, здорово! Здорово! Ребят, вот так выглядит человек, который всю ночь до 5 утра собирал Гелендваген. Ну чё, рассказывай. Да чё, всё огонь. Он просрался? Конечно. Всё нормально, работает, да? Все 12 горшков? Да. А ты не хочешь поменять фильтр сопротивления? Не нулевого, а на нормального? Нет. А то же все, уже вот сюда, сюда, сюда. Ну, это же круто, это же круто, это мощь. Это знаешь что, короче, сегодня 4:30 утра, когда заканчивал с проводкой, между прочим, почему-то я заканчивал с проводкой. Моя задача была только завести. Да, я нашел одну прикольную штуку. Пойдем, какую? Ну, так мозги это... EML-а. Ну, так EML-овский блок и чё? Да. О, и чё это, подожди. Так, два режима. Спорт-комфорт. Так. Максимальная скорость 285 км в час. Да ладно. Максимальные обороты 6400. Так это, короче, ну, это же блок прошивки настроек такой древний на BMW-шные моторы. Он, короче, сшитый, да. Сколько? 285 верст? Да. Вот, подожди, сейчас ему. Вот на этом 285 километров в час. Сезон скоро откроется. Ладно, окей, я понял. Так, что еще? Ты, значит, здесь-то все сделал, да? Что, да, катушку? Я вон, видишь, там пусто стало, я там выдернул все. А, короче, выбросил, все эти провода нахрен, да? Да, блоки сюда все спрятал, короче, все это убрал. Я понял. И то, что ты говно, ты, блин, вообще просто электрик долбанный, блин, слился под шумок вообще. У меня были дела. Какие у тебя могут быть дела? Братиш, все. Ты же не прокурор. Все, продолжай. Так, короче. Не, что ты с темы-то съезжаешь? Не, все, я машину надо было завести, я завел. Дальше все. Я тебе знаешь, заводит, что еще хочу сказать? Ты не раз сказал, что заводит. Ты понимаешь, это у тебя заводит, понимаешь? А запускают в космос, поэтому отстань. Короче. Так, а между прочим, ты в курсе, да, что там BMW, это что, это изначально что это было? BMW это говно, все говорят. Это, вообще это авиастроительство было, самолеты строили. Слышь, ты что козыряешь? Давай, короче, к теме, смотри. Это что, пуляло? Братиш, ну не мороси, иди сюда. Что тебе надо? Ну, смотри, я нашел еще парочку нюансов. Вот видишь, вот этот шланг, его бы, наверное, хорошо поменять. Вот этот? Да, это основная масляная магистраль двигателя, да. Все поменяем. Здесь вообще все патрубки надо будет поменять. Короче, ты салон собрал? Ну, почти. Да, показывай. Капот только закрой. Капот, говорю, закрой. А что у тебя капот? Ну, иначе темно будет. Все. Вот так вот выглядит гелик, да. О, так здесь теперь становится похожим на автомобиль. Ну, осталось провода вот эти только спрятать. Ну, вот этот музей под названием «Мир коррозии», что с ним будешь делать? Я понял, значит, ну тут как бы химчистка небольшая, да? Да, смотри, я снял коврик. А, коврик открутил. Слушай, а может быть стеклоподъемники вот эти вот как бы АвтоВАЗ тюнинг тоже как бы туда? Ну, в смысле, нафиг, нет? Слушай, они офигенно работают. Все, я понял, отстал. Так. Значит, судя по вот этому сиденью разложенному, ты спал в салоне. Нет, я поехал домой. Я понял, хорошо. Так, за рулем Гелендвагена. Не, на самом деле, что? А, ты уже и печку поставил? Да. Короче, торпеда стоит. Все стоит. Здесь что? А вот это вот зияющая дыра, это что было? Здесь раздатка стояла. Но по-прежнему здесь работает блокировка моста. Это задний? Да, это передний. А, то есть ну, вот... передний, в принципе, не подключен, нафиг не нужен, а задний ну, работает. Понял. Задний работает, да, блоком? Да, 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 да. Вообще огонь. Ну, тут, в принципе, с проводами-то, ну, не так и много заморочи осталось. Слушай, ну, ничего, бодро по сравнению с тем, ну, что было раньше. Свечки новые купил. Свечки новые купил, а что не вкрутил еще? Я понял. Все потом. Ну, все, давай сейчас блок провернем, короче, и да. Тест-драйв. Давай, да. Давай. Ну, что, модно? А то. Не, ну это смешно. Блин, вот удивительно, педаль сцепления, что не сняли-то? Ну это чтобы когда в пробке стоишь, не скучно было, можно поиграться. Что, гелик уже давно на автомате, как бы, а педаль сцепления не сняли. Меня всегда вот интересовало, вот это, зачем вот это вот отделение? Ящик для гранат. Ты угораешь. Нет, ага. Серьезно или просто как бы бардачков? То есть как бы, ну просто интересно, смотри, как бы ты... Он с двух сторон. Нет, в смысле на другом сиденье. Не, мало ли так, знаешь. Не, ну просто смотри, ты фашист, да?
Ты как бы проклятый фашист, ты... Ладно, немец, Ганс, короче. Ты валишь, да, все хорошо, война, все такое. И у тебя там гранаты с патронами. То есть, как бы, получается, дверь закрыта. И чтобы, как бы, начать воевать, тебе нужно остановиться. Говорить, парни, подожди. Не-не-не, ты останавливаешься. Ein bin liebe Августин. Ну, как-то так, да. И все, как бы, и ангелочки полетели, да? То есть, как бы, ну... Сейчас... Поэтому мы войну и выиграли. Не, ну на самом деле, мне нравится, а есть регулировка руля там по высоте, там, по вылету? Ну да, болгарка, сварка. А, блин, а гидрач-то у нас же не работает. Ну да, и машина не заведена. Огонь, ну что, все, давай, может быть, заведем. Давай заведем. У тебя аккумулятор подключен? Нет, надо вешать клемму. Все, иди подключай. Да. Я чувствую, Тони еще обратится ко мне за помощью. Да, к тебе лучше по мне обращаться за помощью. Ну хорошо, ладно, братец, я больше не тебе буду ничего делать. Разберись с электриком, в итоге я разбирался с электриком. Я мотор завел, задача поставлена, выполнена. О, это же, короче, от коробки передач автоматические BMW, типа спорт, экономия и, короче, еще какая-то штука. Да. Да. Замок зажиганием. Ладно, пофиг, заводи. Она у нас там, на чё? Паркинге, да? На паркинге, да. Сейчас. Можно? Не надо, газ не трогай. Не трогай, давай, ладно, окей, еще раз. Вообще газ не трогай. Вообще не трогай. Блин. Походу нас свечи темнеют. Печаль. Давай еще раз. Надо свечи менять. Все, свечи менять на новые. Короче, дело в том, что... Подожди, не уходи, давай запилим. Что ты, понимаешь? Люди же смотрят за судьбой гелика твоего, а ты ведешь себя как животное. Я хочу быстрее поменять. Ну, просто вот он купил Гелендваген, а все владельцы Гелендвагенов вот так себя ведут. Короче, смысл в чем? Вчера-то мы свечи как бы, ну, прокалили, не было вчера свечей, а сегодня свечи новые купили, поэтому как бы он еще фиговничает. Вот, поэтому сейчас поменяем свечи, я думаю, стартанет как девочка. Ну что, меняем? Меняем. BMW Motorsport. А вот так вот выглядит человек, у которого Гелендваген. А Котофеич в тепле, с валерьянкой, ему хорошо. Я не хочу туда идти, но, вероятно, бородач меня туда потащит. Ништяк, поехали. Тони, может капот привяжем? Так а его ветром-то не сдует? Мы быстро не поедем. Это тест. Да? Да. Ну ладно, твоя тачка, твои правила. Тормоза есть? Валим. Ха-ха-ха! Он едет и тормозит. А ручка специальная. Подожди. Че? Я ключ забыл вставить. В смысле? Ну руль заблокировался. Ты серьезно? Огонь, ребята, мы едем на гелике по дешману. А буквально сколько прошло-то времени? Дня сколько? 4. Братиш, ты не помнишь? Ну да, где-то так. Надо гидрашку делать. Тяжело себе без гидроусилителя. Огонь! Вообще! Слушай, а нормально вообще? Огонь, да? Так слушай, на самом деле вообще ништяк. Вон люди улыбаются, смотрят. Сейчас попробую. Да-да-да, вот. Едет! Едет, парни! Парни, он едет! Даже тормозит. Даже тормозит. Конченый гелик, который вообще за муку отжали. О, нифига, он даже дрифтит. Стой, подожди, давай я выдумку снимаю. Подожди, давай снаружи, подожди, давай, сейчас. В12, 320, блядь, 320 сил. А, прям все в морду прилетело. Блин, ну вот какие уроды глушитель взорвали, конечно, вообще.
Вы посмотрите, что он со мной сделал вообще. Закопал. Ты видишь, что ты со мной сделал, скотина? Ну вообще зашлифовал. Ну что, нормально? Нормально, слушай, едет. Первый выезд Гелендвагена. Сейчас что-то еще обгорает. Ну, вообще. Мощь чувствуется, чувствуется мощь. Да? Вот, это что ты со мной сделал вообще, бро? Зашлифовал. Хьюстон, у нас проблема, у нас выхлопные газы в салон идут. Ну, вообще отлично, как бы. Ну, в принципе, можно на базу возвращаться. Да? И-ху! Огонь! Огонь! Огонь, гелик, огонь! Огонь. Даже тахометр заработал, как бы, все нормально. Я, братиш, может, реально его, как бы, что, сейчас воссоздадим быстренько и на Авито запятив. Да тут уже лямом пахнет. Нет, лямом здесь не пахнет, как бы, но если по-человечески все сделать, я думаю... О, слушай, а давай проверим, сколько в хорьке подушек безопасности сработает. Вы меня запарили уже вообще с этим кино. Ну что ж, парни, первый выезд... Мы вернулись в секретный гараж. В Купчино! Первый выезд оказался весьма успешен. Тони меня изгадил снегом. С нами Китай-фей! Как всегда. Подписываемся на канал, ставим лайки, следим за геликом, потому что у гелика теперь, мне кажется, просто огромное будущее. Скажи что-нибудь людям. Уу! Истеричка. Стеклоподъемник 80-го левела.